90 дней подряд не спал. Я думал, что я умру. Не, ну все, 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 драму давай снизим. Один раз бежал в драку массовую. И теперь я типа фэшн-мальчик, и теперь я должен всю жизнь торговать Gucci, и Valentino, и Prada. Мы в 2012 году еще были больше, чем Wildberries. Я стал инвестором. Ну, есть проблема. Я очень малоимущий инвестор. Вот. У тебя не было мысли, что бизнес это вот не твое? За 13 лет ни одного уголовного дела. Фу-фу-фу, вас. Да, ту-ду-ду, где там дерево? В России живем. Являюсь ли я лучшим человеком, который бизнес доведет от миллиарда до 10? Может быть, я не идеальный, может быть, я не самый сильный человек, может быть, я не альфа-гамма, там, ультра-самец какой-то, да? И что, это значит, что я не могу размножаться? Тебе обидно, когда тебя называют инфо-цыганом? Я буду учить всю жизнь людей. Я даже чуть возбудился. Это не уровень Forbes. Я согласен. Forbes Digest. Привет, друзья, это Ярослав Бабушкин и Forbes Digest. Сегодня у нас в гостях серийный предприниматель Оскар Хартман. За его спиной более 90 проектов самых разных. Где-то он инвестор, где-то он основатель. Но этот выпуск не портретное интервью, которое вы привыкли смотреть на нашем канале. Подобное выходило годами ранее с Андреем Мовчаном, где Оскар рассказывал о пути своего становления, инвестициях, русских немцах. Сегодня мы решили сконцентрироваться на неудачах Оскара на его пути, ошибках и больших провалах, как финансовых, так и моральных. This is Sparta! Как вы знаете, самая известная компания Оскара в России – Купи VIP. Приветствую вас в мире шопинг-удовольствия kupivip.ru. Наш шопинг-клуб – это тысячи новых товаров от известных брендов каждый день, качество которых мы тщательно проверяем. Наши цены – это скидки до 90%. И 1 сентября этого года, не дожив до 13-летия несколько недель, она была закрыта. А на все ваши вопросы мы рады ответить в любое удобное для вас время. По Оскару проехались катком самые разные СМИ, которые называют его теперь просто инфо-цыганом. Поговорим с ним сегодня об этом. Оскар Хартман родился в семье русских немцев в Казахстане. В 7 лет переехал с родителями в Германию. Начал работать в 11 лет, разносил газеты и журналы. Учился в школе управления WHU в Германии по специальности международная экономика. Закончил программу MBA в Гавайском университете в США. Первым собственным бизнесом Оскара был интернет-магазин, который продавал спортивное питание. С 2004 по 2006 год работал в представительстве BMW в Малайзии. С 2006 по 2008 в московском офисе Boston Consulting Group. В 2008 году основал онлайн-шоппинг-клуб kupivip.ru, продающий одежду мировых брендов со скидками. Как и любая женщина, я люблю шоппинг, поэтому я люблю kupivip.ru. Это шопинг, который всегда под рукой. Здесь более 2000 новых товаров каждый день. И все с большими скидками. Эта компания и сделала Оскара заметным игроком в российском бизнесе. В апреле 2011 года компания привлекла рекордные тогда для российского рынка 55 миллионов долларов инвестиций. В августе 2011 года британская версия журнала Wired поставила KupiVip на первое место среди самых горячих московских интернет-стартапов. Но времена изменились. Модель шопинг-клуба с небыстрой доставкой модных вещей прошлых коллекций устарела. Wildberries стал номер один на рынке e-commerce в России, и с ним конкурировать шопинг-клуба больше не представляется возможным. Хотя в мае этого года о покупке KupiVip задумывался Яндекс. Предполагалось, что интеграция KupiVip поможет Яндекс.Маркету быстрее выйти на рынок одежды, обуви и аксессуаров. Но после глубинного изучения этого актива Яндекс отказался. Это стало сильным ударом для компании. Можно сказать, добило ее. Не дожив до 13 лет несколько недель, проект KupiVip был закрыт. Хотя Хартман вышел из него несколько лет назад, но репутационно KupiVip ассоциируют именно с Оскаром, и все шишки в прессе достаются ему. Среди компаний Оскара есть и те, которые стали очень успешными. Стали стоить более миллиарда долларов. Взять тот же Озон, где у Оскара была доля. Правда, из Озона Оскар вышел раньше, чем тот, бешено взлетел до оценки в 6,2 миллиарда долларов на IPO. Помимо бизнеса, Оскар очень активен в социальных сетях, в его инстаграме
Инстаграме почти 500 000 подписчиков. Он ведет свой YouTube-канал и дает выступления. Недешево, гонорар 3 миллиона рублей. Занимается индор-греблей, плаванием, бегом, множество раз совершал прыжки с парашютом. Покорил Монблан и даже сделал на самой вершине Монблана 10 бёрпи вместе с миллиардером Игорем Рыбаковым. Что с твоей компанией CoopyVip, которая, да, по сути, в России сделала, да, тебя известным человеком? Да, к сожалению, у каждой компании есть начало и есть конец, который случился недавно. 13 лет не дожила, да? Для меня история закончилась 3 года назад, когда я перестал быть акционером, но сейчас окончательно прекратили операции. Телеграм-каналы пишут про тебя вот такое. Да. Оскар Хартман лишается бизнеса и становится полноценным инфобизнесменом. Его интернет-магазины CoopyVip и Мамси будут ликвидированы. В этом году проект ты хотел купить Яндекс, но испугался состояния CoopyVip. На него инвесторы потратили 130 миллионов долларов. Еще пишут: Яндекс отказался от идиотской сделки по покупке группы CoopyVip. Инфо-цыгана, как тебя называют? Вообще нет человека, наверное, в этом мире, который больше переживал по поводу CoopyVip, чем я. Первый раз, когда я задумался купить компанию обратно, это когда они весь маркетинг закрыли, отдел маркетинга, и передали все одному агентству на аутсорсинг. Для интернет-компании так сработать не может. Изменили условия для поставщиков, которые привели к тому, что на CoopyVip уже не было никакого товара, которого нет в других магазинах. Да, соответственно, у тебя нету supply, нету маркетинга. Но в чем тогда смысл всего мероприятия? Изначально бизнес-модель шопинг-клуба работала на продаже стоков, но очень большая скидка и медленная доставка. Эта бизнес-модель перестала работать. Вообще глобально медленная доставка больше не работает. 40 основателей шопинг-клубов, из них сегодня существует только 2. Почти все эти бизнесы, они либо переформатировались, что-то другое, как Трендиоль, например, в Турции стал Алиэкспрессом, Индия этот стала там полноценным Амазоном и так далее. А те, которые не смогли трансформироваться, те, которые остались шопинг-клубом, они все рано или поздно исчезли. Это просто бизнес-модель, эта тема закончилась. Да? Но чтобы ее переделать, это нужно огромное количество усилий. Это большая вещь, она работает на больших оборотах, как-никак. Да? Даже до самого последнего в компании было больше 500 сотрудников, даже 550. Я подумал, хочу ли я еще раз продавать бренды со скидкой, хочу ли я свое время тратить. Но все мои менторы, они говорят: Оскар, если ты это сделаешь, это будет очень большая ошибка. Не надо второй раз в эту же реку заходить. У меня 100 проектов после CoopyVip, 100 компаний. Почему так эмоционально ты относишься к своей первой компании? Да, первая компания. Ну, в целом, лето было тяжелое, потому что кроме CoopyVip, параллельно у меня поломалась большая сделка по объединению двух активов, которые я делал, которая тоже не получилась. У меня очень близкий ко мне человек умер от коронавируса. Это тоже был такой проект, да, спасти близкого человека. И у меня накопилось огромное количество злости, вот что все идет не так. И пошел играть в футбол, и у меня рвется мышца сгибателя бедра. Это травма, которая очень серьезная, она заживает долго. У меня шла как раз подготовка к мастеру спорта. И получается, я вообще не могу ходить, не могу двигаться. У меня и физическая боль, и эмоциональная боль. И это все одновременно у меня произошло в августе этого года. И было достаточно тяжело. Когда мне вот так тяжело, вот я знаю, что мне надо продолжать действовать. Я думал, что надо что-то созидательное сделать. Мы продали Flash & Post очень успешно в прошлом году. 4 года назад мы подумали, что за счет дигитализации полностью изменится дистрибуция продуктов питания, и искали новые бизнес-модели в дистрибуции, ну, продуктов. Да. И вот одна из ключевых инвестиций была Flash & Post в Германии, где мы купили большую долю, и они занимались именно построением таких так называемых dark store, откуда можно очень быстро, да, в течение там меньше часа, тогда это еще было, сейчас это вообще стало 8 минут, 10 минут. Ну, самокат, да, аналогично российскому самокату. Яндекс.Лавка, да, только, и там очень узкий ассортимент, за счет очень узкого ассортимента ты можешь суперэффективно делать логистику. В Германии они сфокусировались только на напитках, и компания выросла очень быстро, и несмотря на то, что она покрывала только 25% городов Германии, в
прошлом году доктор Эдгар, одна из крупнейших компаний Германии, купила за 1 миллиард евро Flash & Post. И я 4 года был в совете директоров, сопровождал эту историю, поэтому я знал эту бизнес-модель. И сейчас вот эта быстрая доставка продуктов питания – это такой мега-тренд по миру. И было очень мало мест, где этого еще нет. Я нашел, что есть, еще нету игрока в Японии, не было игрока в Австралии и не было игрока в Канаде. Ну вот в этих 3 странах я решил побольше сделать инвестиций. С той командой, с которой я строил когда-то Corprice Япония, мы сделали OniGo. Вот это Яндекс.Лавка Японии. Сейчас уже запустились, уже идет продажа. И я вот я говорю, что ну, эмоционально это выглядело так. Я позвонил Наоя, я говорю, Наоя, у меня очень тяжелое время. Мне хочется какое-то вот достижение. Наоя — это мой партнер в Японии. И я говорю, давай мы сделаем так, чтобы до окончания Олимпиады, если мы запустимся, если мы полностью не просто запустимся, а у нас будет масштабируемая бизнес-модель, IT, все поставщики, все будет работать, и мы будем уже полноценно работать до окончания Олимпиады, я тебе подарю 32 грамм золота, золотую медаль за Business Execution Excellence. Ну, в Японии очень консервативный рынок, в котором очень все медленно, в котором они только анализ рынка будут делать 6 месяцев, 7 месяцев, да? Да, ну это просто феноменально. В общем, мы запустились не в день окончания Олимпиады, мы запустились 2 дня позже, поэтому Наоя получил 32 грамм золота, серебра, а не золота. Но, чтобы было понятно, наш конкурент 7-Eleven, самый большой ритейлер Японии, он через неделю после нашего запуска выкладывает пресс-релиз. Мы тоже сделаем Dark Store, мы тоже это запустим в 2026 году. Это обычный ход мышления японской компании. Было очень тяжелое лето для нашей семьи в целом, не только для меня. Но в конце этого процесса у меня большая доля в новом бизнесе в Японии. У меня доля в австралийском бизнесе Sent, и у меня доля в канадском бизнесе Tidig. Во все эти 3 компании я привлек инвестиции. Мы сделали, как бы, чтобы это все заработало, все запустилось. Теперь модель Яндекс.Лавка есть вот в этих 3 новых рынках. Мы во всех 3 рынках первая компания, которая это делает. И это помогает мне. Да? Даже несмотря на то, что вот было такое состояние, можно сказать, депрессии, да, я где-то в себе в глубине нашел силы. В этой бизнес-модели у меня теперь есть 5 рынков, в которых я акционер, и это очень большой шанс, да, это самая быстрорастущая бизнес-модель, которая есть. Если бы не это, было бы очень плохо. Как бы тяжело не было, как бы сложно не было, тебе нужно всегда действовать и все-таки находить возможности какие-то, да, потому что потом проходит время, и ты видишь, что вот как раз из вот этих состояний депрессии, из вот этих тяжелых состояний, иногда, как феникс, выходит самое интересное, что ты построил в жизни. Без этих состояний, я просто понимаю, что вот без этого состояния невозможно все самое прекрасное. Я вот только первый раз в истории вообще посмотрел все свои 100 проектов, из них 2 компании стали 10 миллиард и более, 10 компаний больше, чем 1 миллиард, и еще 5 компаний, которые выше там, 100 миллионов долларов из 100 проектов. А ко скольким ты сейчас имеешь из них отношения? Ну, сейчас у меня, я акционер примерно 45 компаний. 55 – это уже полностью завершенный. Из полностью завершенных, я думаю, примерно 20, они полностью закрыты, банкрот. Примерно там 15-20, они существуют в таком... Ни шатка, ни валка. Ну называется. Да, это самое худшее. Ты оценил свое состояние в 200 миллионов долларов. Да. Предприниматель, инвестор, филантроп. Капитализация всех компаний превышает 100 миллиардов рублей. Сейчас плюс-минус. Столько же? Я думаю, плюс-минус столько же. Да. Может быть, немножко меньше стало. А не из-за CoopyVip. И после CoopyVip какие последствия были? Вот тебя пропесочили во всех деловых вот этих пабликах. Я получил 500 звонков. 500 звонков. Да, я получил 500 звонков, и все 500 были положительные. Люди мне говорили спасибо. 300 сотрудников из тех, которые со мной работали, собрали вечеринку, где каждый сказал, как CoopyVip положительно повлиял на его жизнь.
кем это он стал. Это их инициатива была? Их инициатива. Тебя позвали меня просто. Меня позвали, для гости. Меня сделали сюрприз. Да. Вау. Это я был сверхтронут, потому что 10 лет спустя пришло 100 человек из 300, которые хотели, 100. Часть уже живет не в России, часть там не могли. 100 человек пришли, и у всех была очень положительная энергия. Мне звонили люди, которые с нами вырастили свои бренды. Мне звонили люди, которые с нами работали. И в основном все звонили мне, чтобы мне сказать, что Оскар, ну как бы, ну спасибо тебе. Вот что де-факто произошло. Они переживали, потому что в новостях там что-то вот так идет. И это немножко несправедливо. Ну, это есть несправедливо. Те люди, которые знают, что де-факто было, они мне звонили и говорили: Оскар, как бы я надеюсь, ты не. Я хочу тебе сказать что-то хорошее, чтобы. Потому что тебя бьют. Да, как бы, чтобы пободрить меня. Но я получил такое количество положительных сообщений, что я теперь понял, что это Купи-ВИП университет. Это был университет. Мы были дети. Я был настолько шокирован на этой вечеринке, ну или вот это событие, на которое пришло 100 человек. Я на них смотрю, и они до сих пор дети. Они очень молодые люди. И я понял, что это же была моя команда 10 лет назад. Мы были просто дети. А у тебя работали студенты, да? В основном, да, когда ты, ну, 19 да, лет, мы всем давали шанс, мы почти не могли брать людей, которые уже что-то умеют, да, как бы мы должны были давать людям шанс вырасти вместе с проектами. Ты не в курсе, что с потребителями, последними клиентами Купи-ВИП, я читал отзывы, шарашкина контора, оплаченные товары под надуманными предлогами не доставляют? Я думаю, что каждая посылка будет доставлена, каждая, которая была заказана. Ну, либо деньги будут возвращены, там не будет такого. Всем сотрудникам выплатили там 3 оклада и так далее. Яндекс тоже сыграл, конечно, роль, потому что когда Яндекс вышел из сделки, естественно, все поставщики забрали все товары. Я согласен, что есть... Я основатель компании, да, и это по-любому моя ответственность. Я очень сильно переживаю, но есть ли у меня вообще какое-то моральное право вмешиваться? Я не акционер, я спал очень плохо, постоянно про это думал, но это будет нерационально, понимаешь? Я не могу сделать так, чтобы все было хорошо. Да, конечно, можно выкупить компанию, попробовать дать ей новую жизнь, но это бизнес-модель, она все. Эта бизнес-модель уже не работает. С Wildberries невозможно конкурировать. Не, ну Wildberries вообще, изначально мы были разные, да, как бы, изначально мы продавали бренды с большой скидкой, с медленной доставкой, а Wildberries сразу делали модель, низкий чек, масс-маркет, быстрая доставка. И то, что Wildberries сделал, я считаю, это сверхдостижение. Они научились работать с маленькими, средними чеками, прибыльно, по всей России, на очень большом масштабе. Они построили гениальную систему товарораспределительную. Вот. Они, в отличие от, там, например, в Германии, Zalando, не продают прошлые коллекции. В России на Wildberries есть все. И прошлогодние, и пятилетние, неважно, любой товар. Эта система перерабатывает любой товар. Просто рынок изменился, плюс появились вот эти и Озон, и AliExpress, и Яндекс.Маркет. Я тоже был акционером Озон. Я все это видел, как это происходит. Как Озон был не. Но до пандемии в Озон, честно говоря, не особо так верили. До много лет же Богуславский там просто вкладывал туда деньги, я сколько понимаю, и это не выстреливало. Это потрясающая история. Я был акционер, я одновременно с Леонидом вышел. Мы продали свои акции системе. И потом произошел 100-кратный рост капитализации компании в течение 3 лет. Это тоже фейл как будто, да? Это однозначно фейл. На самом деле вот этот выход, это большая ошибка, намного больше, чем все остальное, что я вместе. Давай для зрителей объясним, сколько у тебя была акция Озона? Ну там по 3%. Это бы сейчас стоило там от 200 до 300 миллионов долларов, эта доля. Да, когда ты продавал, ты по какой цене? Ну там была очень низкая оценка, там 100 плюс-минус 100 миллионов. То есть, если бы ты потянул бы чуть-чуть с этим вопросом, то заработал бы еще 200 миллионов долларов. Да, это большая ошибка. Но... А как? Озону почти 20 лет уже было вот на тот момент. Вот именно. Были акционеры, которые верили и вложили много денег, чтобы играть в игру Amazon.
Да? Amazon России. Amazon России — это очень дорогая игра, и там надо много инвестиций. Появился Александр, новый генеральный директор, да, который, он в течение нескольких кварталов одного года показал свою эффективность. Компания начала после многих лет отсутствия роста, компания начала очень быстро расти. Да? Соответственно, он сделал ее более технологичной, там, убрал все legacy системы, поставил новые, сделал другую стратегию товара, ценообразования и всего остального. И компания начала очень быстро расти. Он заслужил доверие акционеров, акционеры ему тоже дали возможность. Да, как бы. И в течение 3 лет вот они дошли до IPO. Сейчас компания растет феноменальными темпами. И многие акционеры думают, что Озон — это будет 100-миллиардная компания. Да? Соответственно, это будет Amazon России, а номер один компания по электронной коммерции в России — это будет, ну, через 10 лет это будет компания с капитализацией 100 миллиардов. И вот эта сила одного человека. В принципе, CoopyVip не сильно отставал от Озона. Да? И в лучшие годы у вас был, да, оборот 180 миллионов долларов? Да, больше, не, до 250 доходило. 250 миллионов долларов. Да, мы в 2012 году еще были больше, чем Wildberries. В 2013 году еще... В принципе, там сравнять. Ты к ним уже тогда относился как прорывной такой истории Wildberries? Да, ну, но, да. Или тогда так? Мы не конкуренты. Мы не конкуренты. CoopyVip более, да, такая премиальная, да, была, да, штука. У нас был средний чек там, всегда там 7-10 тысяч рублей. Да, у них был средний чек там 1000 рублей. LaModa тоже, но LaModa новые коллекции продавал. Мы продавали все-таки... Там прошлый сезон, позапрошлый сезон. Это как аутлет, да, по сути. Да, мы были аутлет, мы были онлайн-аутлет. Это совсем другая бизнес-модель. Ну, мы как аутлет тогда были достаточно крупные. Мы сделали CoopyVip e-commerce services, мы сделали платформу электронной коммерции, и мы начали запускать интернет-магазины для других. Мы запустили интернет-магазин для ЦУМа, да, мы запустили в сумме там почти 30 интернет-магазинов для разных брендов, очень много, и Adidas, и многие другие мы там помогали запускать. Для кого-то мы делали только доставку, для кого-то склад и доставку, для кого-то и сайт, и email, и маркетинг. И у нас появилась такая платформа, и она до сих пор, это достаточно была, ну, хорошая компания, вот, e-commerce services. И там была идея, моя идея изначально в 2012 году, 2013 году, что нам надо делать все. То, что делает сейчас, по сути, как бы Озон, мы запустили ShopTime, это продажа новых коллекций. Мы запустили очень многие вещи, там, в том числе быструю доставку. Но совет директоров тогда посчитал, что это сильный дефокус. Они сказали, что мы не хотим это. Они говорят: «Оскар, ты можешь это делать на стороне. Если ты не можешь, как бы, отказаться от вот этих идей, мы хотим фокус, шопинг-клуб, аутлет, онлайн-аутлет, медленная доставка, прошлые коллекции. Если ты хочешь делать, делай сам, без нас». Почему ты вышел в 2017 году из операционки CoopyVip? Это было не мое решение. Тебя основатели компании, что, да, совет директоров попросил на выход? Нет, попросили на выход меня в 2013 году. Соответственно, я был генеральным директором до 2013 года. В 2013 году совет директоров уже начал переход на Владимира Халазникова, да, который стал официально CEO в мае 2014 года, но уже с 4 квартала 2013 до мая я уже передавал дела. Потом я перешел в совет директоров. В совете директоров была моя команда в основном. Потом случилось такая, ну, кризисный момент, то, что называется special situation, специальная ситуация. У нас было предложение о продаже компании Vomprivé, французская компания. Мы с ними долго очень вели переговоры. Это та самая, да, компания, с которой ты CoopyVip, да, скопировал, да, по сути. Да. Родоначальник этого жанра. Да. И он был моим наставником, Джак Антуан, он для меня очень важный человек. И он все-таки говорит: да, для нас Россия интересна. И мы склеили сделку, очень долго перевели переговоры. И Володя, он очень много времени потратил на то, как это будет работать. И мы поехали на финальные переговоры в Париж. Мы не сошлись. Да? Соответственно, Джак Антуан хотел в основном покупить нас за акции, немножко кэша. Я был за сделку,
которую Жак Антуан предлагал, я считал, что это даст нам эксклюзивный товар, которого ни у кого в России нет, из Европы, да, и это даст нам, ну, позицию стратегическую навсегда. Я верил, что компания после этого вырастет в 5 раз, так же, как это произошло у меня там в Shopping Life, например, да, когда у нас весь товар идет из Германии, все, что Shopping Life продает, это только у нас, и это очень, очень успешная бизнес-модель. Часть акционеров хотели 160 миллионов евро и только кэш, да, соответственно, они не хотели становиться акционерами в Home Privé. Поломалась сделка, случилась кризисная ситуация, потому что Володя, он считал это решение абсолютно ошибочным. Я сказал, я готов полностью уступить свою долю, ноль, чтобы просто помочь склеить сделку, да, чтобы просто было будущее у компании. Здесь уже не идет речь, кто сколько заработает, просто чтобы она жила, чтобы у нее была история. И Володя покинул пост генерального директора, компания осталась без генерального директора. И это создало, что будет дальше, соответственно. И там случилось то, что называется pay to play. Есть такая страшная вещь, звучит «плати, чтобы играть». Uh-huh. Да, соответственно, все, кто вкладывает в этот момент деньги, те остаются акционерами, все, кто не вкладывает деньги, перестают быть акционерами. Обычно это делается только для инвесторов. Да, для фаундера, у фаундера нету возможности несколько миллионов евро вложить. Обычно фаундера исключают, но меня не исключили. И, соответственно, сделали такие условия, что при будущей продаже все деньги пойдут на определенным акционерам, которые участвовали в этом раунде. Изменили весь совет директоров, меня в том числе. И появилась полностью новая комбинация, с которой они пошли дальше. Сколько твоих проектов провалились полностью? Ну, и вот из уже завершенных получается 20 из 50. Ты мне до встречи показывал кучу логотипов. Я из них знаю там от силы несколько. Да. Но для тебя это целая жизнь, да? Насколько это целая жизнь. И каждый этот логотип — это огромная боль. Я 90% своего времени потратил на то, что уже не существует. Пытаясь спасти, пытаясь менять команды. Больше всего времени ушло, пытаясь вернуть деньги. Просто ты думаешь, вот хотя бы вернуть деньги. Вот топовые фонды, Андерсон Харовиц, Tencent и так далее, они просто списывают. Они не пытаются вернуть деньги, они фокусируются на своих победителей. У меня друг в Google делал проект, у него 250 разработчиков. Потом к нему пришли в один день, какой-то проект начал очень быстро расти, и у него просто всех людей туда пересобрали. Просто списали, они не пытались вернуть, они усиливали сильное и закрывали слабое. А твой друг, он там несколько лет делал какой-то проект? С группой разработчиков. Делал несколько лет проект, да. И все, и их сказали до свидания. Да. И такое часто. У меня другой друг, он делал компанию тоже внутри Rocket Internet. Он 3 года строил Fashion for Home, по-моему, компания называлась. И потом у владельца Rocket Internet появился бизнес City Deal, который группоновскую модель делал. Он думал, что это самая быстро растущая бизнес-модель в истории. Потому что Groupon — самая быстрая компания, которая достигла миллиард. И он из всех портфельных компаний, которые были такие вяло текущие, забрал всех людей в City Deal. И у меня тоже вот друг, у него было в офисе там 100 сотрудников, и он просто пришел, и у него было 2 сотрудника. Все пошли строить City Deal. У меня была одна инвестиция удивительная, тоже был из большой интернет-компании в Германии. Человек сделал Liameo. Я был его первым инвестором, он купил 250 тысяч евро ювелирки, сделал интернет-магазин ювелирных изделий. Через 2 месяца, говорит, мы закрываем проект. Он говорит, чек в 2 раза ниже, чем я думал, конверсия в 3 раза ниже, чем я думал, маржа меньше, стоимость привлечения больше, бизнес-модель не работает. Я говорю, я еще никогда не видел, чтобы человек так быстро сдавался, давай пробуй там итерировать, пробуй там. Он говорит, не, если хочешь, сам делай. Я говорю, ну у тебя сейчас на складе еще 200 тысяч евро непроданного товара, просто продай где-нибудь, верни часть денег инвесторам. Он говорит, если вам это интересно, вот ключи от склада, можете сами распродавать. Я тогда на него жутко обиделся, я думал, что он плохой человек.
Я ему это сказал. Сейчас я думаю, может быть, он даже прав, потому что ты можешь вот всю свою жизнь потратить где-то. А сколько ты реально вернешь? Вот занимался бы он год продажей вот этой старой ювелирки, то-то. Ну, что-то бы он вернул, но вернул бы он 20 тысяч долларов или 30 тысяч долларов. А время бы не вернулось. Да, важная мысль. Мне кажется, вот если бы я что-то мог изменить, я бы заставлял себя больше время тратить не на проблемы, а на то, что хорошо развивается. Я очень много времени тратил тогда вот на там, купи купон, Эверест, Home Fair, пытаясь из всех сил что-то там спасти. И так постоянно, да, вот самые успешные компании, они требуют меньше всего внимания. Если ты хочешь заниматься венчуром, у тебя одна из 10 компаний вернет тебе 100x, вот у тебя, например, 10, да, ставок, 9 не получились, но одна возвращает 100. Кстати, на твоем опыте можно вот так посчитать? Так, да, можно. Так можно, и есть, так, да? И, да, если все, что я заработал инвесторам, превышает более чем в 10 раз все потери, которые я принес. То есть заработал ты в общем, если так прикинуть, да, 10 раз больше? 10 чем... раз больше, чем. Если взять все, что я создал, это в десятки раз больше, чем вот эти какие-то потери. Вот мы дети. Дети выходят из университета, выбирают какие-то бизнес-модели. Кто-то делает стаканчики для кофейных, кто-то придумал какой-то стул, кто-то делает аренду вида студии, кто-то сделал быструю доставку продуктов питания. Да? Это чисто рандомно. Люди не знают весь мир, не понимают, как работает экономика. Не понимают. Они просто вот что-то выбирают. Да? У кого-то что-то получается, у кого-то нет. Тема плюс команда плюс комбинация ресурсов. Мы не можем погоду предсказать на 3 дня. Откуда мы можем предсказать, что там кто-то захочет кого-то купить или что-то такое, да? Вот одного раз купили через год за 100 миллионов долларов. У другого обанкротилась компания. У третьего поругались основатели. У четвертого конкурент, там, уголовное дело, какое-то там эпическое заруба, да? И теперь они идут в следующий шаг и делают кучу выводов пожизненных на основе вот этого первого опыта. Один говорит, да я плохой предприниматель, это не мое. Хотя на самом деле, де-факто, ничего не случилось. Это просто первый шаг. Делаешь что-то, кто-то находит силы в себе сделать второй шаг, третий шаг. Вот ты строишь, например, там, одну компанию, Google, или там, Альфа-банк, или не имеет. Внутри же есть много бизнеса, много проектов, огромное количество попыток, постоянно создается команда, 90% из этих проектов не получаются. 90% видео, которые мы делаем, не заходят. Соответственно, ты же не будешь говорить, я лучше буду снимать только 5 видео в год, но зато вот такие с фокусом, да? Ты просто понимаешь, что если я сниму достаточное количество, количество перейдет в качество. Порой выстреливает что-то совсем не, от чего ты не ждешь. Да. Вот Shopping Life, например, я не ждал. Shopping Life. Это что такое? Это телемагазин. Это был первый телемагазин. Добрый вечер! Здравствуйте! Добро пожаловать на Shopping Life. Мы первый немецкий телемагазин в России. Именно мы представляем для вас самые лучшие мировые и немецкие бренды. Ой, да ладно, у тебя был телемагазин? Да, это да. Массажеры продавали? Да, мы продавали в основном одежду. Добрый вечер, наши уважаемые телезрители! Мы начинаем! Ну что ж, начинаем мы с роскошного предложения для вас, дорогие женщины. Это великолепная блуза, насыщенная яркими красками. Блуза с японскими мотивами. Ты вот сам потребитель своих вот этих сервисов? Нет, я ни разу не покупал на Shopping Life. Ни разу. Ну, сейчас я уже не делаю бизнесы, которых я не хотел бы быть потребителем. Но раньше я был готов делать любую бизнес-модель, если она легальная и она принесет мне какие-то дивиденды. Вот, поэтому Shopping Life был очень неожиданный, очень большой успех. Самое низкое финансирование, мы меньше всего денег дали этому проекту. И он стал самым-самым успешным. Когда я стал уже инвестором, первые 5 компаний, кстати, на которых я больше всего надеялся, все первые 5 инвестиций обанкротились. Вот у меня 6-я инвестиция, 6-я, стала Auto1. И это сейчас компания, вот капитализация 12 миллиардов долларов. Ну, если представляешь себе, если бы я не дошел до 6-й инвестиции. Правил нету, короче. Правило, что только 1 из 10 попыток будет получаться. И то не факт. И то не факт. Вообще делать выводы на выборке из 1, представляешь себе научное исследование. Говорит, мы взяли одну женщину, да, мы ее обмотали листьями дуба, и она похудела на 20 килограмм в течение 6 месяцев. Да. Это неправильный вывод. Как бы ни один научный журнал не примет эту статью и не будет ее воспринимать. Ну, в бизнесе мы ровно так делаем.
Ровно так. Человек создал бизнес, у него что-то получилось, мы все делают вывод, что вот, это на этом опыте можно сделать кучу выводов. Вот это так работает. Самое главное, что не надо делать, не надо списывать с себя счетов. Почему я даю вот это интервью? Потому что я был близок к тому. Да чтобы... ладно. Ты же покорил Монблан, переплыл все, что можно. Да, но мотиватор. Не... Это... Зайдешь в твой YouTube, особенно вот давно, там, побеждай, покоряй, рви, там, да. Правильно питайся, да, спи. Да. Но это сейчас, это 2020 год. В 2012 году меня начинают выталкивать из CoopyVip акционеры, из моей собственной компании. Параллельно я создал целую тучу компаний, чтобы хотя бы выжить, да? Чтобы где-то я должен найти свой успех, где-то я должен найти, да? Где-то же должен найти, правильно? Вот рано или поздно получится, и у меня... начинают часть этих компаний умирать. Я вижу, что они умрут. У меня много вот этих подряд неудач. И как ты думаешь, как я в этот момент, у меня был, один раз у меня был период, я 90 дней подряд не спал. 90 дней подряд не спал? Я просто каждый вечер ложился, и я просто смотрел в потолок. Это без наркотиков? Я без наркотиков, без всего. Я просто не мог заснуть. У меня была огромная тревога. Я думал, что я умру. Это не вранье, Оскар? А? Как можно не спать 3 месяца? Это, конечно, ты где-то там засыпаешь. Не, все, драму давай снизим. Ну как, 3 месяца не спал, это как? Нет, просто ты, я говорю, я не спал нормально. Не высыпался. Имеется в виду, не высыпался. Но это кончилось это в больнице. У меня в конечном итоге нервная система, да, она создала очень сильную боль. И это случилось, я в этот момент был в бассейне, я начал тонуть, меня спасали, я не мог больше двигаться, потом проверяли меня там много дней, что вообще, не могли диагноз поставить. Это то, что называется выгореть полностью. И самое главное, ты начинаешь ставить под сомнение все, что ты веришь. У меня есть какие-то убеждения, что люди в основном хорошие, что можно добиться успеха, делая добрые вещи. Я пытался всегда команду мотивировать. Я пытался вот не увольнять людей, как бы, чтобы они не теряли свое чувство, там, достоинство. Да, я всегда пытался как-то вот по-доброму все делать, да, и потом в какой-то момент думаешь, а может быть, это все не работает. У тебя не было мысли, что бизнес — это вот не твое? Да, было. Фридман тебе говорит, я считаю, что все там на 80% это генетика. Да. И я засыпаю, засыпаю за 15 минут. Да. У него 4 там, 10-миллиардные компании, он засыпает за 15 минут. Я думаю, что генетика — это треть. Я не такой, как Михаил. Значит ли это, что я не могу делать бизнес? Нет. В мире нужны очень разные люди. Есть ли что-то, что я могу делать, что другие не могут делать? Да. Я очень хорошо могу создавать энергию, собирать комбинации идей, людей, ресурсов, направлять их куда-то, да. Являюсь ли я лучшим человеком, который бизнес доведет от миллиарда до 10? Точно нет. Вот я точно не лучший генеральный директор. Являюсь ли я лучшим генеральным директором? Точно нет. Может быть, я не идеальный человек, да. Может быть, я не самый сильный человек. Может быть, я не альфа-гамма, там, ультра-самец какой-то, да. И что, это значит, что я не могу размножаться? Это не значит, что я не должен самореализоваться. Это что это значит? Я должен просто сидеть на стороне? Это значит то, что ты можешь все вот это делать, бегать, суетиться и рвать, но просто генетически ты к этому не предрасположен. Как Фридман говорит. Я думаю, генетический предел есть у каждого из нас. У тебя есть генетический предел в гребле. В предпринимательстве, наверное, тоже какой-то предел есть. В Ютубе какой-то, наверное, предел есть, да, за счет каких-то там вот магических факторов. Но я думаю, что людей, которые доходят до своего генетического предела, это 1 из 10 000 людей. Большинство людей находится так далеко от своего генетического предела. Вот ты себе не представляешь, да? Вот у тебя есть какой-то генетический предел, марафон. Ты, скорее всего, не можешь пробежать марафон за 2 часа. Не можешь. Да, абсолютно да. Точно. Вот смотри, я не уверен, что я могу пробежать вообще. Твой генетический предел, сейчас. Да. Но твой генетический предел пробежать, ты, скорее всего, вот с тем, что у тебя есть, можешь пробежать марафон за 2 часа 45 минут. Я думаю, надо пару лет готовиться. Да, вот. Ты видишь, как далеко ты находишься от своего генетического предела. Я думаю, говорить про генетический предел достаточно бессмысленная вещь.
В мире, где достигают этот генетический предел, такое маленькое количество людей, когда ребенок рождается, вот, смотришь на своих детей, у них такое разнообразие возможностей, да, где-то у них генетический предел меньше, где-то выше. Конечно, лучше идти в ту тему, где у тебя более высокий генетический предел. Но смотри, ну моя стрессоустойчивость очень высокая, моя готовность брать риски очень высокая. Да, соответственно, я, конечно, генетический мутант для предпринимательства. То, что я сделал, мало кто может сделать. Да? Вот, кстати, у меня есть проблемы, которых у меня вообще не было. Вот за 13 лет ни одного уголовного дела. Вообще у меня нету ни одного партнера, с кем бы я поругался. Тьфу-тьфу-тьфу, Оскар. Да, ту-ту-ту, где там едет. В России живем. Смотри, вот даже взять историю Купи-Вип или любую историю. Абсолютно все люди, которые со мной были, они рано или поздно нашли свой успех, потому что они себя не списывали с счетов. Я бы мог в 2013 году сказать: Оскар, это не твое. Либо продолжать. 2013 год основал Home Market, 2014 год основал CarPrice, 2015 год основал Activa, 2016 год основал CarFix, 2017 год основал Factory Market, 2018 год основал HR Capital, Larix. И так дальше, и так дальше. Просто идешь дальше. Это только начало. Я буду идти, вот сколько у меня хватит энергии. Что бы с тобой ни случалось, ты просто тупо идешь дальше. И все. И это единственный ответ, который у меня есть. Зрители послушают то, что у тебя там за жизнь почти 100 компаний, да, или уже больше 100, да, около 100 сотни. Проектов. В дне всего там 24 часа, в месяце 30 дней. Когда этим всем заниматься, даже если там не 100, а даже 5 проектов. Многие считают, что для того, чтобы достичь успеха, нужно фокусироваться на одном, бить в одну точку. Да. Как ты этим... Это правильно. Но я просто не такой, понимаешь? Я не такой. Я не могу... Фокусироваться? Я не могу бить в одну точку 50 лет. Я не такой. Ну, хотя бы 5 лет. 5 лет могу. Я был 5 лет генеральным директором Купи-Вип, и за это время компания как с нуля до 250 миллионов, у нас было более 1000 сотрудников, мы были номер один. Но я кучу ошибок сделал, за них сильно переживаю, но потом идея о том, что теперь до конца жизни я буду заниматься только фэшном. Тебя съедало. Вот, мне 30 лет, и я был ребенок после университета, я выбрал какую-то тему, фэшн. Да, случайно. Я же не делал анализ всего. Да? Вот увидел, познакомился с Жаком, влюбился, сделал. Да? И теперь все, это моя судьба. Теперь я должен всю жизнь заниматься только фэшн. И теперь я типа фэшн-мальчик. И теперь я должен всю жизнь торговать Gucci, и Valentino, и Prada. Да? И меня эта мысль... пугало. Я не хотел. Во-первых, я хотел что-то другое. У меня уже тогда философия начинала меняться. Я хотел больше делать для людей что-то, что раскрывает потенциал человека. И что теперь? Я не могу делать компании. Нужно будет быть как Toyota. 50 лет, семейная компания, все в дом. Да, это правильно. А если ты не такой, что теперь делать? Ничего, все, значит, тебе этот путь закрыт. Вот у меня другой путь. Сколько времени ты занимаешься каждой из компаний? У меня тоже только 24 часа, да, соответственно, я все время, сколько у меня есть, я работаю. Ну, да ладно тебе, ты снимаешь YouTube-ролики, там, да, байдарки тоже гребешь. Да, это тоже работа. Ну, а YouTube-ролики это не работа? Нет, это тоже работа, тогда у тебя 101 компания, и хорошо. Ну смотри, YouTube-ролики это то, я хочу помогать другим людям, да, улучшать качество своей жизни. YouTube ролики для этого работают. Люди смотрят всегда и пытаются понять, что делает людей с большими результатами. Единственное то, что я действительно держал долго в секрете, это мое заболевание. Заболевание неизлечимое. Оскар, ты всегда должен стараться в два раза больше всех. Болезнь – это как милицейский внутри. Это изменило мою картину раз и навсегда. Это как дрессировка в цирке. Надо торопиться жить. Хочу создать семью. С каждым грибком – это доза лекарства. Как превратить свою историю страдания в свою историю процветания. Если ты не можешь 40 лет бить в одну точку, да, тебе надо становиться инвестором. Поэтому в 2012, когда я ушел из Купи-Вип, я перестал быть
предпринимателем, да, я стал инвестором. Ну, есть проблема. Я очень малоимущий инвестор. Конечно, хотелось бы просто давать деньги самым классным предпринимателям мира и быть соакционерами с ними. Но, к сожалению, у самых крутых предпринимателей мира сразу оценка высокая и чек высокий на вход, и особо они тебя не пускают. Поэтому надо где-то найти, идти на компромисс. Вот куда я смог быстро залезть, это в такие же компании, как я строил. Вот я строил CoopyVip, я смог проинвестировать еще в 3 таких же компании. Да, соответственно, там Windy, Fashion and You, потому что я мог им давать какую-то ценность. Меня пускали, и даже где-то там какая-то более-менее у меня доля была. Соответственно, я вот интернет-магазин обуви, да, соответственно, я придумал название Сапата, потом команду, какие-то ключевые, собрал ресурсы, да, как бы какие-то деньги, и оформил вот эту компанию, потом в начале мы ее раскачивали, да, там до 1 000 000 евро оборот в месяц, да, там вот, и вот в этот момент она уже становилась самостоятельной без меня. Я уже не брал роль генерального директора. Я сейчас не являюсь генеральным директором ни в чем. Это просто другой путь, да, соответственно. Я пробовал, и очень много вот таких комбинаций, это низкокачественные комбинации. Если бы так сложилось, что ты бы оставался и основателем, и продолжал быть генеральным директором CoopyVip, все было бы по-другому? Нет, бессмысленная мысль. Это невозможно. Стив Джобс ушел из Apple. И люди, очевидно, жалуются, что Apple выпускает одинаковый iPhone каждый год. Ну, типа, нету больше шоу, нету больше искры. Ну, она, может, есть, но она угасает. Да, ну, смотри, я основал CoopyVip. У меня появились соакционеры, инвесторы. Потом был кризис 2009 года. Да? Компания почти обанкротилась. У нас было ноль денег. У нас поломался раунд инвестиций в этот момент. Инвесторы дают кризисное финансирование, я размываюсь, это первое, да, у меня доля стала слишком маленькая, это первое. Я сейчас не инвестирую в компании, у которых у основателя меньше 10%, потому что риск, что он уйдет, намного выше, да. Второе, я просто был ребенок, понимаешь, я просто закончил университет, я нашел какую-то тему, я начал ее строить, я не знал, что такое shareholders agreement, что такое инвестиции, я собрал каких-то инвесторов, и тут я подписываю документ, что у меня личное поручительство, мое, 500 тысяч долларов, да, если компания терпит крах, я ухожу не в ноль, а в минус 500 тысяч. Так я это воспринял. Я приезжаю домой к жене, говорю: Танюш, если... Я подписал сегодня документ, чтобы получить деньги, я дал личное поручительство 500 тысяч долларов. До этого ты работал в престижнейшем месте. Ну да, тройка BCG. Да. Большинство вот людей мечтают туда попасть. Это небольшая четверка, где мало платят и надо работать круглосуточно. Это где платят хорошо и задачи поинтересней. Сколько у тебя была зарплата? Ну, примерно 10 тысяч долларов в месяц. Это тогда было очень много. Это и сейчас, в принципе, немало с новым курсом. Ну, в целом, это хорошие бабки. Да. Зачем это уходить? Первая лига. Если ты играешь в футбол, что является первой лигой? Ну, там Германия или Англия, не знаю, что. И Лига чемпионов. Лига чемпионов, Strategy Consulting не первая лига. Strategy Consulting — это как обслуживающая компания Баварии. Это не первая лига. И первая лига, то, что я видел, вот я как консультант встречался с предпринимателями, те, на которых мы работали, и я хотел быть таким, как они. Вот это была первая лига. Партнеры Boston Consulting были крутые, но они были очень далеко от того, что я видел у клиентов. Да? Наши клиенты, вот эти предприниматели, это то, на что я хотел быть похож. А кто-то запомнился вот из личностей таких известных форбсовских? Галицкий, наверное. А, Галицкий, вы его обслуживали. Он сильно, да, там Тинькофф, в принципе, Олег тоже повлиял на меня. Да, он тогда как бы тоже свой проект, кстати, придумывал вместе с консультантами. Тинькофф банк начинался как почтовый банк кредитных карт по почте, без отделения. А превратился в финтех совсем другое. Потом я ушел, и ты берешь риск. И я, в принципе, был готов упасть в ноль. Когда я подписал этот документ, 500 тысяч личного поручительства, во мне внутри переключился переключатель. Вот я прочувствовал в глубине души, что я один за себя отвечаю. Инвесторы меня обидели в том смысле, что я в этот момент, в 2009 году, я очень надеялся, что они поддержат меня.
да, что они поддержали де-факто, да, они порешали, что надо немножко давление увеличить, и я подписал вот этот документ. И потом ты сидишь в этой бизнес-модели, шопинг-клуб, да, 2009 год, в 2010 году уже первые шопинг-клубы по миру начали банкротиться. 11 лет назад. Уже много. Купили, да. В принципе, просто что. Мы вообще один из вообще мамонт, чемпион чемпионов мамонт. Среди шопинг-клубов. Мамонт просто. Если это действительно это такой динозавр. Но я просто не знаю, как объяснить вот это чувство молодого человека, когда у тебя страх смерти. И я уже был отец, у меня уже был ребенок. А потом у меня родилась вторая дочка. Я все это время работал без выходных, ежедневно 16 часов. Там было ни про баланс, ни про YouTube, ничего. Я уходил в 7 утра, я приходил в 12 ночи домой. Вообще, какой спорт? Какой фитнес-клуб? Я шел каждый день на войну. И здесь, вот в этот момент у меня случилось просто сумасшествие. Я был как загнанный в угол, как бы сумасшедший человек. Потому что я знал, что в купе VIP шопинг-клубы банкротятся, у меня личное поручительство. 500 тысяч долларов. Да. И потом мне совет директоров еще сказал, если ты хочешь строить все это, потому что я хотел внутри купе VIP сделать диверсификацию от шопинг-клуба. Давайте запустим ShopTime. Тогда группонная тема летела и так далее. А совет директоров меня не поддержал. Они сказали, нет, это слишком сильный дефокус, мы не хотим. А сейчас мы видим, по сути, дефокус во всех крупных компаниях. Да. Сбер, там, ну и Google, куча сервисов, полный дефокус, да? Сила дефокуса. В этом тоже есть сила. Есть прекрасная книжка, я всем рекомендую, Range называется. Там в этой книге описаны все истории дефокусированных людей, которые сделали сверхдостижения. Например, Гёте, он был поэт, но он был еще министр финансов. Это вообще уникальная комбинация. Министр финансов и поэт, и наукой занимался. У нас Атулюкаев тоже стихи писал. Вот в спорте тоже есть десятиборье. Да? Десятиборье. Десятиборцы, они не бегают 100 метров и не прыгают в длину. Они в каждой дисциплине хуже. Но они десятиборцы. Для меня это спортсмены номер один. Вот ты можешь себе представить спортсмена круче, чем десятиборец? Но он везде не самый крутой. Да, ну в десятиборье он самый крутой. Это тоже является видом спорта. Я не говорю, что фокус это неправильно. Я просто говорю, это не единственный вариант для жизни. Я просто говорю, если кто-то смотрит, не все люди в мире одинаковые. Вообще, я надеюсь, кто-то смотрит. Дефокус сейчас действительно наблюдается. Все. Google делает все, Amazon делает. Alibaba делает и Tencent. А как ты думаешь, сколько у них фейлов? Я думаю, в Alibaba есть 100 проектов с финансированием больше, чем 100 миллионов долларов. Которые просто провалились. И их даже не помнят. Они даже не помнят. Недавно читал по филантропии, филантропические, некоммерческие проекты с финансированием больше 100 миллионов, которые не получились. Там было просто сотни проектов. Вот эти неудачи не имеют значения. Вот как думает Google или как думает Tencent? Они говорят, мы играем в игру, мы строим будущее. Это игра, которую мы выбрали. В этой игре, вот в этой игре, неудачи не имеют значения. Что имеет значение? Появился у тебя YouTube или не появился? Этот проект сейчас капитализация там 200 миллиардов долларов, да, в YouTube. И, скорее всего, будет рано или поздно триллион. Вот нашел ты триллион или не нашел? Это имеет значение. А сколько попыток ты потратил, чтобы найти триллион, не имеет значения, потому что это окупается в десятки раз. Ты знаешь эту историю, что он в 2005 году был придуман тремя парнями, чтобы они обменивались какими-то своими смешными скетчами? Да. Они не знали, что они это они вообще это не могли предполагать, план. Это. Да. Ты бы отдал своих детей мне на образование? Вот скажи, Оскар, научи их, как стать предпринимателями. Я не лучший пример, у меня очень большая выборка. Выборка людей, людей, которым можно отдать. Вот если вот надо делать много тем параллельно, да. Быть сумасшедшим спортсменом, харизматиком и везде успевать, да. Все, то точно вот да. К Оскару Хартману, потому что, мне кажется, да. Это твоя сильная черта. Да. Вы да. С Рыбаковым, кстати, этим похожи, мне кажется. Да. И мы вместе, кстати, открыли 20 филантропических организаций. Как две частицы, которые притягиваются. Да. Мы вот познакомились в Сколково в 2015 году, и потом мы так... А давай что-то вместе и такие твердость характера, упорство.
И на самом деле давайте подумаем, как упорство и твердость характера помогает мощнее действовать, больше делать. Если вы, например, видите это качество в своих детях, если видите, что они упертые в хорошем смысле, это вы радуетесь, это очень им поможет. Через год у нас было 20 открытых организаций. Как живут эти проекты? В основном же это не коммерческие проекты. Да, вот Игорь, он просто, на мой взгляд, феноменальный человек. Просто феноменальный. С точки зрения полной готовности потерпеть неудачу. Вот мы когда что-то начинаем, у него есть абсолютная, полная готовность, даже, можно сказать, ожидание, что, скорее всего, это не сработает. Мы решили заниматься развитием предпринимательства, потому что у меня был фонд русской экономики с 2012 года, где мы делали стипендиальную программу для высокоодаренных детей, которые хотят стать предпринимателями. А в 2015 году мы познакомились, он сказал: «Оскар, у тебя есть еще идеи, что можно было сделать для развития предпринимательства?» Да, я сказал: «Конечно, есть очень много программ, которые в мире работают». Он говорит: «Давай сделаем». Сделали Эквиум клуб про женщин, тоже как лидерская организация для женщин. Там национальная предпринимательская сеть, кофе с толком. И мы начали штамповать проекты, некоммерческие проекты, образовательные для предпринимательства. Но вот они не в обиду, да, не первые каждый в своей нише. Они на вторых ролях. Ну, подожди. Эквиум, про женщин, ну, то есть... Про женщин номер один. Но есть Women Who Matters, есть... Women Who Matters очень маленький, поставь. Про женщин 25 тысяч. Угу. 25 тысяч, 100 городов. И то, что Игорь сейчас занимается, это в основном образование, дошкольное образование, школьное образование. А детские сады? У нас выросло очень мощное, как бы, такое сообщество дошкольного образования, когда мы собрали всех, кто занимается дошкольным образованием. Из-за этого сейчас выросла Рыбаков Play School, садики, школы и так далее. Сейчас на данный момент есть 6 крупных организаций, среднекрупных, которые выросли из вот этой гиперактивности, в том числе мой YouTube-канал, его YouTube-канал, это тоже последствия вот этой деятельности. Очень мало таких людей, как Игорь, да, он действительно, он и внутри Технониколя запускал огромное количество продуктов, большинство из которых сегодня не существует. Ну, существует каменная вата, а каменная вата — это сейчас там больше половины прибыли, да, раньше была только кровля. Если бы не пробовали сотни новых продуктов, не появилось бы каменная вата, да, каменная вата сейчас — это как YouTube для Гугла. Можно научить людей проходить тяжелые полосы препятствий. Нет, стрессоустойчивости, возможно, и можно научить. Я говорю, что вот бизнес невозможно научить. Ну, база нужна. Ну, какой университет в России создал больше всего миллиардеров? Успешных выпускников. Физтех. Да, физтех, да, да, да. Кстати, что такое физтех? Они учат бизнесу? Нет. Физтех — это просто тяжелая полоса препятствия. Ты уже входишь, тебе говорят: ты, скорее всего, не закончишь. Но если ты хочешь закончить, тебе надо свою личную жизнь поставить на самый задний план, и тебе нужно будет очень много работать, и ты, скорее всего, встретишь свой генетический предел. И почему-то физики, которые прошли вот эту полосу препятствия, создают больше всего успешных компаний в России. Соответственно, какая может быть рекомендация? Лучшая подготовка для предпринимателей – это любая полоса препятствий, любая, неважно вообще какая, которую очень тяжело пройти. Я 100% в этом убежден. Как ты считаешь, правильно ли было твое решение сразу идти вот заниматься, условно говоря, бизнесом? Есть вещи, которым невозможно научиться в теории. Мы же пытаемся этому научить. Вот Сколково, в красивом кампусе, да, тебе хороший профессор среди умных людей. Тебе могут в теории рассказать, что венчур — это 10% становится твоими успешными, потом половина такой средняк, и половина будет списана, скорее всего. И тебе это все расскажут, ты интеллектуально это поймешь. Ты сейчас говоришь, как будто ты так подтруниваешь чуть на Сколково. Нет, да? Мне нравится Сколково, я преподаю Сколково, я даже там вот это рассказываю. Тебе это вот очень мало поможет. Детство, которое ты отчасти провел в миграционном лагере, где были постоянные драки, как ты думаешь, тебе это помогло? Помогло однозначно. Получать по морде? Да, я думаю, идти в неопределенность. Я один раз бежал в драку массовую, где там
целое действие происходило. Это был клуб, там происходила массовая драка, прям массовая, там французы против там русских немцев. И я же русский немец, мне надо же тоже как бы поддержать, да, своих. Я бегу в эту драку на полной скорости. Еще до того, как я добежал до этой массы, какой-то француз мне вот такой дубинкой, просто как бейсбол, как бейсболовская дубинка, он меня просто ударил в лицо. Я его не увидел, он сбоку пришел. Я бегу, и в какой-то момент меня просто дубинкой получили. И все, ты упал, потерял сознание? Да, я думаю, это... Я потерял сознание, да. Я потерял сознание. Быстро закончилось. Еще один раз очень больно было. Меня один раз очень сильно антенной ударили, антенной от машины. Но я думаю, помогает ли это? Я не думаю, что это помогает особенно, да, вот это. Когда тебя бьют дубиной по голове, думаю, не очень. Думаю, в целом не очень помогает. Но... Это помогает узнать себя получше, да? Вот способен ли ты вообще идти в неопределенность, довериться. Вот сейчас быстрая доставка продуктов питания, да? В Канаде, в Японии, в Германии, не имеет значения. Кто может предсказать, какая будет конкурентная динамика в течение 7 лет? А если Amazon в это придет сейчас, что будет? В России Яндекс запустил самокат. X5 сейчас запустил, да все Магнит запускает, все Вкусвилл запускает. Кто может предсказать, кто? Вот ты входишь в какую-то драку, да? Потому что победитель будет 1, 2, 3 максимум в каждой стране. Мы вошли в Японию, мы думали, а что сделает 7-Eleven? 7-Eleven пишет, что они откроют в 2026 году, значит, у нас 5 лет. А что если... Сейчас Купанг из Кореи придет, они сейчас тоже открываются. Мы не можем погоду предсказать на 3 дня. Предсказать конкурентную динамику на 7 лет вперед невозможно. А что можно сделать? Отправиться в путь и довериться. Довериться своим инстинктам, что по ходу ты как-то разберешься. Может ли тебе влететь дубинка? Ну, легко, я так полагаю. Дайджест. Какие у тебя доли в твоих проектах? Ну, по-разному. Вот сейчас в Японии там, 20%, в Австралии 15%, в Канаде 10%. У меня 3 компании, которые мне принадлежат на 100%. У меня есть компании, которые мне наполовину принадлежат, 50%, там, 55%, 60%. У меня есть такой ангельский портфель, где у меня там 1, 2, 3%. Вот. А ты где-то являешься сейчас движком таким? Нет, да, на данный момент... не могу. То есть в операционке тебя нигде нет? Сейчас я в операционку не могу. И не пойдешь? Нет. У меня 3 детей, которые сейчас в рассвете. Сейчас prime time моего отцовского времени. Я не хочу это пропустить. Потому что это ровно будет вот следующие 5-6 лет, и потом это закончится. У меня сейчас prime time моего спортивного какого-то. Я хочу другие вещи тоже делать, пока я могу их сделать. У меня есть еще последняя возможность какие-то достижения сделать, да. А предпринимательство – это то, чем можно заниматься всю жизнь. Буду ли я когда-то еще раз операционно? Да, буду. Буду. Я думаю, через там, 10 лет, конечно, если как бы, здоровье позволит, но... Я думаю, что делать своими руками – это прекрасно. На данный момент я не могу себе позволить занимать операционную роль, но я могу в ключевые моменты могу включаться. Тебе обидно, когда тебя называют инфобизнесменом? Ну, я не знаю. Инфо-цыганом? Конечно, обидно. Потому что... Хочешь всегда чего-то хорошего, а получаешь как бы дубинкой в морду. Да. Инфо-цыганом называют сейчас всех. Мы просто брали вот давеча интервью у Андрея Ковалева, знаешь такого? Да, да, да. Вот, и он прям всех инфо-цыган мочит. Ну, может быть, это можно про это... И говорить, что ты тоже отчасти инфо-цыган. Да. Я честный и порядочный Оскар Хартман. Чего ж ты себя на один портрет вместе с Портнягиным и Уколовой ставишь? Ну, пожалуйста, если пытаться сделать любой продукт образования, да, является инфо-цыганством, тогда пусть так будет, да. Но здесь я смотрю на это по-другому. Я думаю, что частично это правильно, что с этим борются, потому что есть очень много очевидного фейка. Да, соответственно, что у людей вызывает отражение –
Это когда люди создают Инстаграм, создают фейк-мир, берут в аренду там цветы, Ламборджини, Москва-Сити, создают картинку, оптику успеха, и потом на этом фоне, не создав реально ничего, рассказывают людям, у них никогда ничего фактически не сделано, и они продают людям какие-то инфопродукты и на этом зарабатывают. Есть ли там какой-то вредоносный элемент? Да, есть, 100%. И его нужно устранять, и это очень хорошо, что люди этим занимаются. Ты да? себя к таким не относишь? Я думаю, смотри, вообще я не люблю с детства, когда тебя пытаются в какой-то ящик засунуть. Но да? ты немец или русский? Ты же сам кто? Очень назидательный, ты же постоянно учишь людей. Да, да, я буду учить всю жизнь людей этому. Я хочу вдохновлять людей на действия, которые улучшают качество их жизни. Я учу только то, что я сам делаю. Я никогда не буду учить чему-то, что я фактически своими руками не сделал. Если я занимаюсь греблей, я могу обучать греблю. Я установил мировой рекорд по индор-гребле. Наверняка имею какое-то право. Могу ли я обучать людей предпринимательству? Я своими руками основал более 30 компаний. Там были и успехи, и неуспехи, и средние, и самые разные варианты. Могу ли я рассказывать свою историю? Имею ли я право говорить? Да, имею. Имеет ли кто? Вот кто-то считает, что кто-то имеет право говорить, а кто-то нет. Типа молчи. Я считаю, что есть свобода слова, и в принципе... Я даже чуть возбудился. Видишь как? Вообще в целом тренд хороший. Люди делятся своим опытом. Говорят, я что-то сделал, вот что у меня получилось. Мир становится более открытым, и это в целом хороший тренд. Люди хотят учиться, образование растет. Физтех – это тоже инфопродукт, по сути. Да? Он, является ли он вредоносным? Нет, он людям помогает. Он людям помогает в жизни сделать очень многие вещи и добиться успеха. Это хорошая вещь? Хорошая. Если мы хотим что-то оценить, что-то хорошо или что-то плохо, мы должны просто смотреть, помогает ли это людям достигать своей цели, улучшать качество своей жизни, становиться лидерами, становиться предпринимателями, строить свою жизнь. Была у меня когда-то надежда, детская такая. Я всегда вот своему другу там говорил, я хочу изобрести какое-то средство от рака, потому что если ты изобретешь, тебя будут любить все. Весь мир тебя будет любить. Но потом становишься взрослее, и понимаешь, в Германии человек, который изобрел вакцину сейчас против коронавируса... No name. Никто не знает, как его зовут. Во-первых, и половина людей его бьют так, бьют его, как будто он самый, как будто он дьявол в личной форме. Что бы ты ни сделал, к сожалению, у тебя всегда будут люди, которые... Ты инфо-цыган, ты плохой, ты дьявол, ты только то. Что бы ты ни делал, вообще не важно, что ты... К сожалению, я знаю, что я делаю. Я действую в соответствии со своими ценностями. Да? Если я вижу, что что-то хорошо, я буду продолжать это делать. Сколько бы ни было людей, которые меня по дороге ругают. Потому что если ты хочешь, чтобы все тебя любили, ты ничего не сделаешь. Мы сейчас все совместно до 30 декабря устанавливаем дедлайн по достижению какой-то нашей цели в трансформации, где мы хотим сделать. Я вот лично хочу, у меня цель будет вес 82 килограмм. 30 декабря вы можете все мне позвонить, проверить. Почему ты выступаешь за деньги? Потому что бесплатное не ценится. Я сделал сотни выступлений. Сотни. Бесплатно. В школах выступаю бесплатно, перед студентами выступаю бесплатно. Все, кто не имеет возможности заплатить за выступление, есть стипендиальная программа. Каждый человек, который покажет, что у него нет возможности заплатить, есть стипендиальная программа для оплаты его билета. Но, выступая очень долгое время бесплатно, да? Я видел, как к этому относятся. Один раз я был шокирован, я 1000 билетов дал бесплатно студентам, и когда я пришел на это выступление, именно эти 1000 кресел были свободны. Раньше я делал все бесплатно. Сколько тебя позвать на лекцию стоит? Нет, после того, как CupiVip закрылся? Да. Подешевели цены? Нет. Наоборот. Я за прошлый год получил более 700 приглашений где-то выступить. 700. Обалдеть. Сделал я 10.
Я делаю, в принципе, плюс-минус 10 выступлений в год. Мог бы делать 700. Я мог бы, в принципе, заниматься этим фулл-тайм. Нереально вообще, да. Сейчас огромный спрос на спикеров. Всем нужны спикеры. Очень мало кто это умеет. Очень мало кто умеет сделать так, чтобы люди вышли и хотели что-то сделать. Да, не просто там, о, классно, интересно. Почему есть такое желание все сделать черно-белым? Инфо-цыган, не инфо-цыган. Ну это просто, это ярлыки. Ну, понимаешь, но это не уровень Forbes. Я согласен. Сори, но это не уровень Forbes. Мир все-таки более, как бы, спектр. Мир — это спектр. В мире есть сотни тысяч спикеров. Сотни тысяч, которые рассказывают свою историю. Вот этот Кристофер Гарнер, да, который бездомным был и потом стал инвестиционным банкиром, про которого снят фильм «В погоне за счастьем». Mm-hmm. Да? Он каждый год делает 250 выступлений уже 12 лет подряд, вдохновляет людей, которые попали в очень тяжелые условия. Он рассказывает, что я был в очень тяжелых условиях, вот что я сделал. И он помог. И может быть даже, может быть, конверсия будет 1-2%, может быть, только 1-2 человека поверят в это и что-то сделают. Ну что, это плохое? Это плохая вещь, его надо бить по морде, его надо бить палками, или что надо с ним делать? Я считаю, что мир процветает от многообразия, а не от того, что где-то есть регулятор, который говорит: ты имеешь право говорить, ты не имеешь права говорить. Ты что учишь детей? Ты что учишь детей делать фейлы? Мы будем обучать только тому, что имеет 100% шанс на успех. У нас будут юристы, у нас будут бухгалтера, то, чему можно научить 100%. А вот зачем учить тому, что имеет только 10% шанс? Что, теперь этому учить не надо? А здесь надо учить не брать риск, а делать 100 попыток, пока ты не найдешь свой успех. Когда ты строишь компанию вначале, знаешь, как часто тебе надо собрать команду и сказать что-то? Каждый раз появляется, заканчиваются деньги, конкурент что-то делает, какие-то нападки, какой-то проект не состоялся. Нужно постоянно создавать вектор, направление, постоянно. Если взять всю историю, были ли речи, которые изменили ход судьбы людей? Были, конечно, речи, ну, но ты вот обобщаешь. Я говорю то, что в основном инфо-цыгане, они на этом зарабатывают деньги, на том, что они выступают спикерами. Но идея в чем? Они должны все выступать бесплатно, всегда на улице, в метро. Или что? В чем идея? Ну, например, Михаил Фридман не за гонорар выступал на допустим, Атлантах и делает это нечасто. Он делает это очень мало. Он делает это очень мало, точечно. У меня первая программа, которую я до сих пор тоже делаю, это стипендиальная программа. Ты отбираешь одного из 100, да, вот этих генетических мутантов, да, очень одаренных людей. Потом ты им платишь. У меня стипендия была 8 тысяч рублей в месяц. Каждый студент получает 8 тысяч рублей в месяц. Ты им платишь и еще их обучаешь, и даешь наставничество, их объединяешь. Вот такая система есть. Она работает. Есть эта система? Она работает. Стипендиальные программы. Это работает. Есть ли система университет Сколково, там, неважно где, ты платишь, обучаешься, есть. Есть платные выступления, есть бесплатные выступления. Почему надо делать ли то, ли другое, да? И, в принципе, для меня, я вот, если совсем честно уж, да, если мы так здесь так открыто общаемся, у меня есть YouTube деятельность, которая у меня вечно в убытке, да, потому что вот эти съемки, они стоят там плюс-минус 10-15 миллионов рублей в год, да, вот эти, выпустить там 50 видео в год, 100 видео в год, это стоит примерно столько. От Ютуба я получаю там плюс-минус там 500 тысяч рублей в год от рекламных доходов. Разницу расходов и доходов я покрываю гонорарами за выступление. Соответственно, все мои гонорары на выступление идут на финансирование моего YouTube канала. Соответственно, когда... И таким образом я что получаю, если я выступаю? Я получаю гонорар, который я направляю на мотивацию команды, которая делает вот эти YouTube-видео, которая делает книжки, которая делает Instagram-посты. Чем лучше становится мой YouTube-канал, чем больше у меня появляется гонораров, чем больше для них мотивации. И таким образом это какая-то система. Иначе у тебя просто... Ну, там. Но я каждый год, у меня все равно, если взять мою деятельность, вот эту образовательную, выступления, книжки, Instagram, YouTube и все, что я делаю, у меня эта деятельность каждый год минус 500 тысяч долларов. Mm-hmm. Это минус.
Форд Дайджест. Оскар, у тебя география какая? Во скольких странах ты делал бизнес? Вот прикинь. Давай перечислять начнем. Хорошо. Россия, Германия, Америка, Мексика, Канада, Япония, Индия, Индонезия, Франция, Испания, Англия, Австралия. Ну, плюс-минус 15. Есть ли какая-то страна с идеальным бизнес-климатом? Нету. Везде тяжело. Везде, как мой друг сказал, везде жопа. У меня есть друг, который открыл бизнесы в 160 странах. 160. И я ему позвонил и говорю, все, говори мне, где рай. Он говорит, везде жопа. Он говорит, у него в Сингапуре, где он думал, точно не будет проблем, у него там юрлицо ряднули. Вот сейчас Кнотель, Америка, тоже такая история. Эдуард Шендерович, да, там потерял бизнес. По сути, это такой рейдерский захват в Нью-Йорке произошел, да, как бы. Но... Хотя, казалось бы, столица капитализма. Он уехал из России, он как раз из-за этого. Он уехал из России, из вот этого агрессивной бизнес-среды, и в Америке наткнулся на то же самое. Чтобы вырос актив, у тебя есть набор факторов, да. И узкое место, если у тебя, например, в России узкое место, например, инвестиций. Венчурного рынка практически нет, инвесторов очень мало. Да, ну, потому что невозможно привлечь западные инвестиции. Да, да. Почти невозможно западные инвестиции. Венчурный бизнес в России очень сложный из-за сильной недофинансированности. Ну, просто невероятной. Да? А из-за того, что сильная недофинансированность, и покупатели этих бизнесов могут очень дешево эти стартапы скупать, и там много-много всего остального. Да? Соответственно, ну, здесь узкое место. Например, перемещаемся в Нью-Йорк, где есть огромная венчурная инвестиция. Ну, венчурный рынок, он просто феноменального размера, да, там в тысячи раз больше, чем в России. По-моему, только в Нью-Йорке есть 6 тысяч инвесторов, к которым можно обратиться. Там. Здесь нет узкого места, да? Теперь куда перемещается узкое место? Сотрудники. Если так много профинансированных стартапов, им всем нужен маркетинг-директор, IT-директор, им всем нужен head of business. Теперь сотрудники, у нас сейчас недавно в стартапе в Нью-Йорке нашего маркетинг-директора переманули, нашего директора переманили на другую работу с зарплатой 1 миллион долларов. Фиксированная зарплата 1 миллион долларов. Теперь у тебя нету узкого места. А была какая примерно? У него, у нас там было там 100 тысяч. В 10 раз 10 больше? Раз. Ну, у него, у нас были акции, ага. Понимаешь? А там у него фиксированная зарплата, плюс бонусы и так далее. Представляешь себе, у тебя нет узкого места финансирования, но чтобы собрать команду из 6-7 человек, теперь тебе надо ну, плюс-минус там, пару миллионов долларов в год. И теперь, внимание, вопрос, уровень конкуренции. Теперь ты что-то делаешь, и рядом с тобой еще 20-30 таких же, как ты, которые тоже получают инвестиции, и все идут в одно направление. Вот, например, сейчас в Англии, да, вот в Англии сейчас по быстрой доставке продуктов питания 10 компаний с финансированием 50 миллионов долларов и выше. 10. Сумасшедшая конкуренция на рекламу. Привлечение одного клиента стоит 1000 фунтов. Один клиент, чтобы у тебя первый раз купил, стоит 1000 фунтов. В России сколько? Ну, 30 долларов. 30 долларов, ну несколько тысяч рублей. Да, соответственно, в России, например, venture capital рынок маленький, но зато сумасшедшая доступность кадров, сумасшедшая. В Москве можно построить любой стартап, любой сложности, вот любой. Вот есть эксперты по искусственному интеллекту, по IT, по маркетингу, вот все, что ты хочешь, вот биотехнологии, вот все, что хочешь, есть в Москве. При этом у тебя базовый офис там плюс-минус будет стоить в 10 раз дешевле, чем в Америке. Финансирования нет, стоимость в 10 раз меньше, но финансирование в 100 раз меньше. Не, ну да? И заработать ты можешь в Америке в 10 раз больше. Да, конечно. Там потом есть рынок капитализации. Да? Если ты уже победил, в Америке вот в этом огромном хаосе кучу там жертв, да, кучу. Но если ты построил что-то ценное,
у тебя появляется актив, и все это очень ценят. Вот то, что мне нравится, например, в Японии, в Германии, в Америке, вот особенно я прочувствовал это в Японии. В Японии очень мало предпринимательства, очень консервативный рынок, люди не переходят на новое. Вот и клиенты ведут себя так же. Люди привыкли, например, машины продавать здесь, появляется новая возможность продать машины дороже, они не переходят. Просто не переходят. Сцена. Да, это очень долгое время занимает адаптация новых услуг. Поэтому очень тяжело что-то строить из-за консервативности рынка. Рынок не ценит новое. У очень многих компаний политика не работать с юрлицами моложе 5 лет. А и что тебе тогда делать? Это как, без опыта работы не берем, да. А где здесь опыт? Да, вот примерно так. Но если ты что-то построил, и это начинает работать, люди смотрят на это как на чудо. Так ценится. Чтобы твой японский партнер про тебя что говорит, что у тебя вот столько чудес за жизнь. Они считают, что это очень смело, такое по-самурайски. Вот в России, например, клиенты очень легко переходят, очень низкая лояльность. Да? Там, в принципе, большая подвижность кадров. Люди легко меняют работу, клиенты легко меняют сервисы, просто вообще легко. Да? Это они могут даже параллельно ими пользоваться. Да, очень большая чувствительность к ценам, да, сравнивать цены и так далее. По сути, нету такого, вот, что это превозносится как бриллиант. В других странах к тому, что выросло через вот этот хаос, относится супер серьезно. Узкое место, например, в Германии очень многие недооценивают бюрократию. Вот многие, кто в Германии начинает делать бизнес, думая, что в России по рейтингу хуже, чем Германия, да, они сталкиваются с очень большим сложностями. По-моему, в Германии, чтобы открыть юрлицо, надо 25 тысяч долларов. Да, во-первых, надо 25 тысяч евро, во-вторых, нужно сразу с первого месяца сдавать. Там очень строгая налоговая система, очень строгая. Не дают так много права на ошибку. Плюс в Германии, например, тоже очень тяжело закрывать юрлица. Я, например, считаю, что если что-то не получилось, должно быть не так тяжело закрыть юрлицо. В Германии это занимает просто... Не знаю, 5 лет. Конечно, везде одинаково тяжело построить что-то ценное. На мой взгляд, везде одинаково тяжело. Просто где-то людей не хватает, где-то того не хватает, где-то... Но ценится то же самое в разных местах очень по-разному. К тебе относится как к русскому предпринимателю или не имя знаю. Оскар Хартман очень помогает? Не думаю. Сейчас такой токсик вокруг русских. Ну да, все, очень многие русские скрывают там свои имена, фамилии, меняют, ребрендинг делают персональный и так далее. Я всем говорю, что я живу в Москве, я не скрываю. Почему не уехал из Москвы за столько лет? Потому что это самый лучший город мира. Тебе заплатили за эту фразу? Нет, самый лучший. Для меня Москва самый лучший город мира. Для меня. При этом я считаю... Бизнес-климат же не лучший в России, очевидно. Смотря что ты хочешь. Смотря что ты хочешь. Если хочешь самую высокую капитализацию мира построить, тогда нет. Если ты хочешь делать, например, продуктовый стартап в сфере, там, который использует новейшие технологии, там, например, в приложениях, Москва один из, наверное, не знаю, топ-3 города мира, чтобы это делать. Да? Я думаю, что Москва сильно недооцененная. Есть города, которые переоценены. Например, Вьена в Австралии, в Австрии. Все считают, что это там самый лучший город в истории человечества. Ну, он хороший город, но он переоценен. Как лобстер. Лобстер вкусный, но не так уж вкусный. Какие твои самые крупные сделки? Вот? Ну, самый большой вход – это вот сейчас June Homes в Америке. А то что их, это за проект? Это компания, которая делает из очень низкого качества квартир идеальные квартиры, полностью готовы к проживанию. Ну, это полностью там с простынкой, с люстрами, с культурами. Это пространство, которое ты можешь снимать и жить, и это недорого. Это в Нью-Йорке вы делаете это, такое? Это в Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Бостон, Вашингтон. Это очень интересный проект. А что значит самый большой вход? Ну, это моя инвестиция. И сколько ты туда инвестировал? Я думаю, что сейчас... Если не секрет. Я сейчас думаю, что... Ну, больше, чем 20 миллионов долларов. Сейчас кэш из трэш. Держать сейчас большую позицию кэша я смысла не вижу. Самый большой успех, что я смог стать многодетным отцом и создать семью.
На втором месте. И у меня неизлечимая болезнь, с которой я живу, и я научился с ней жить. Дальше Auto1, аукцион подержанных машин в Европе, который сейчас на бирже стоит больше 10 миллиардов. Да, я был практически первый инвестор. Я вложил в эту компанию, когда у них не было даже еще презентации. А сколько у тебя там было акций? Ну, в Auto1 у меня там сам 5% было. Uh-huh. Да, там, я купил 5% на старте. У меня была возможность увеличить до 7%. И это тоже ошибка, которую я сделал, к сожалению. Вот дальше. Ну, Озон можно считать, но в Озоне я вышел слишком рано. Да, ну, в какую-то роль в жизни Озона я тоже сыграл. Окей, пусть будет Озон. Дальше. Сейчас абсолютное чудо, то, что происходит. Сейчас, после того, как мы продали Flash & Post, ключевая команда вокруг Flash & Post создали новую компанию, которая называется Flink. Я там тоже стал инвестором. И эта компания с марта этого года до сейчас выросла до капитализации 2,5 миллиарда. А у тебя там сколько процентов? Вот в этой компании у меня маленькая доля. Потому что я уже при первом раунде оценка была 50 миллионов евро. Поэтому у меня руки не поднялись слишком большую инвестицию сделать, потому что я считаю, это неправильно так рано такую высокую оценку делать. Вот. Но, тем не менее, это большой успех. И Flash & Post, естественно. Flash & Post, я думаю, что мы тоже будем жалеть, что мы продали. Мы продали за миллиард, но это слишком рано, потому что в момент, когда мы продали компанию, она покрывала только 25% городов в Германии. Но фаундер хотел продать, поэтому... Мы все вместе, все одновременно продали компанию. Это был самый большой, это была самая большая сделка за 100% кэш, trade sale в истории Германии. Я сейчас там в рейтинге, там в Германии, я в Германии в рейтинге, да, там, по-моему, на 965 месте там самых богатых немцев. Я могу в этом рейтинге расти, повлияет ли это на мою жизнь или сделать другие вещи, которые больше повлияют. Вот это для меня такой важный момент. Я немецкий гражданин? Да, да, конечно. Я, то есть у тебя паспорт немецкий? Да, да, конечно. Российского да. Нету? Нет. Нет. Мне пока не вручили. Недостаточно я сделал для России пока. Ничего себе. Инфо-цыганам не выдают паспорта. Вообще, 13 лет в России, ну, плюс-минус. Там я люблю в других местах жить какое-то время. Да? Я и в России я нахожусь только половина времени. У меня каждый год я должен там по 6 месяцев в других местах а где последний вдохновляться. Раз, последний раз в Дубае. А-а-а. Я в Дубае достаточно много пробыл. Зимовал, да? Дубай, да? Германия. Вот в Америку мы планируем. Потому что я считаю, что нужно вдохновляться, нужно видеть разные места. Скажи, мы спрашивали на питерском форуме у многих там бизнесменов, чиновников, лидеров мнений. Один совет, который ты бы дал российскому правительству, чтобы доходы населения стали расти. Повторить то, что сделали другие. Не нужно изобретать. Мы не в стадии изобретения. Вот есть страны, которые сделали экономические прорывы. Они существуют. Есть страны, которые выросли ВВП в 10 раз, в 5 раз, в 20 раз. Да? Есть, например, пример Израиля. Израиль, было 2 миллиона населения, ВВП на душу населения было 3 тысячи долларов, сейчас 9 миллионов населения, ВВП на душу населения 40 тысяч долларов. Это просто десятикратный рост ВВП на душу населения за последние там, 30-40 лет. Есть исследование, которое показывает, что 80% этого роста сделала 1000 компаний новых. Большая ошибка думать всегда вот массовыми цифрами. 10 миллионов там предпринимателей или там, чтобы российская экономика выросла в 2 раза, нужно 1000 новых компаний. Новых, которых сейчас нет. Вот они будут созданы вот теми, кто смотрит это видео, какими-то другими людьми. 10 лет назад не было многих компаний. Там Вкусвилль не было, да, там, не знаю, там Фикспрайсник, самолета не было, там Озона того, который сейчас не было. Еще более феноменальный успех,
И прорыв сделала Англия. Англия с 2008 года до 2012 года теряла 100 тысяч юрлиц в год. Соответственно, новосозданные компании было на 100 тысяч меньше, чем умерших компаний. Это называется там как бы net gain или loss of companies. Да? Минус 100 тысяч. И они считали, что это абсолютная катастрофа. И появился в 2012 году проект, который называется Startup Nation. Это большой проект по развитию предпринимательства Англии. Да? Они просто копируют этот проект. До 2014 года выровняли в ноль. Новосоздавшей компании было столько же, как умерших. Потом начался прирост плюс 100 тысяч, плюс 200 тысяч, плюс 300 тысяч. За последний год, знаешь, сколько было? Плюс 600 тысяч компаний. 600 тысяч компаний больше. В Англии появилось? В Англии, да. Это называется тотальный turnaround. У нас вымирает население компаний в России. Если убрать вот эти все там самозанятые, ИП и так далее, если взять компании, в которых есть сотрудник, кроме тебя самого, да, есть вот такой тренд. Ну, это очень печально. У меня кризис среднего возраста случился из-за этого. Я потратил столько сил на развитие предпринимательства, и когда в прошлом году вот вышли цифры, что за 10 лет моей работы по развитию предпринимательства их стало меньше, я Игорю позвонил и сказал: Игорь, мы, я не знаю, либо есть более сильные силы. Очевидно, есть. Да. Жесткие факторы, да, кто-то наверняка занимался развитием предпринимательства на Карабахе. Но потом, если есть более сильный фактор, да, как бы если начинается война, как бы, к сожалению, все мягкие факторы. Кстати, Startup Nation – это именно проект, который фокусировался на мягкие факторы. Цель этого проекта была создать огромное количество сообществ. Не одно сообщество самое правильное, а многообразие сообществ. Огромное количество разных сообществ, которые объединяют предпринимателей, предпринимателей-инженеров, инженеров, художественных деятелей и так далее. Образовательные проекты, программа наставничества и у них большая программа по эмиграции. Давай напоследок, Оскар, какая у тебя новая спортивная цель? Что хочешь, да. Куда залезть, что покорить? Боюсь говорить, потому что потом придется хорошо, сделать. Ладно. Но первое – это мастер спорта по велотреку 200 метров гид сходу. Соответственно, это сейчас я над этим работаю. Я сейчас КМС еле-еле вытягиваю. Вот, я думаю, в течение года смогу сделать мастера спорта по велотреку. Только благодаря тому, что меня учит Денис Дмитриев, чемпион мира. Ну, я видел, там 5-секундные старты какие-то нереальные, там, да. Просто ты там... Ну да, это максимально. Белка в колесе, это жестко. Это жестко, это 2000 ватт, это то, что мне нравится, это скорость до больше 70 километров. Теслу можно заряжать, 70 да? километров, нет, Теслу не заряжаешь. Это надо там 2 года, 3 года. Человеческое тело выдает так мало энергии, очень мало, да. Вот, и вторая цель, которая у меня есть, это я первый раз говорю вообще кому-либо, потому что я ее скрывал. Я хочу сделать дабл Эверест. Это я хочу сделать поход, в котором вертикальный подъем. У меня мурашки пошли, это 8 тысяч метров. Да, два раза. Трэш. Два раза, 8700 плюс там метров. Но не на сам Эверест, естественно, да, а просто общий вертикальный. И, кстати, приглашаю, я ищу команду, ребята, напишите мне, кто хочет участвовать в дабл Эверест. Я ищу людей, которые хотят похудеть на 10 килограмм за 10 дней. Спасибо большое, это был Forbes Digest с Оскаром Хартманом. Оскар, спасибо тебе большое за это интервью, за искренность. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока.